Сейчас я расскажу об основном законе, который работает, если вы хотите заговорить на английском языке. Есть три основных принципа, которые вам нужно соблюдать. Первое – это поставить правильную цель. Второе – это тренироваться. И третье – это применять английский. Однако многие скажут, что ну, это же очевидно, Турана, цель, тренировки, применение. Но если вы действительно посмотрите на свой процесс изучения языка, то вы увидите, что, скорее всего, вы так не делали. Например, если вы ставите цель в английском, то обычно она звучит как «заговорить». На самом деле это не цель, это то же самое, что вы ставите цель «я занимаюсь здоровьем, просто чтобы ходить на занятия и общаться с преподавателем». «Занимаюсь танцами, просто чтобы ходить на занятия». Это не так работает. Когда мы ставим цель в английском, это переехать, это вести переговоры, это выступить на какой-то площадке, столько-то минут на такую-то тему, провести вебинар на английском. Это правильные темы и правильные цели, которые будут вас вести и вдохновлять. Следующее – это тренировки. Когда вы тренируете английский, важно всегда достигать автоматизмов, то есть говорю и не думаю. Обычно же мы что делаем? Мы занимаемся письменными упражнениями, мы читаем какие-то тексты, но давайте честно, по итогу вы же не имеете свободного разговорного английского или того самого английского, который нужен для вашей цели. Ну и последнее – это применение. Очень часто я слышу такую идею: я пошел на курсы, мой английский улучшился, закончил курсы, все опять сошло на нет. И так каждый раз вы движетесь такими американскими горками, когда занимаетесь английским. Применение – это реальное включение английского в свою жизнь. Когда английский и видео, подкасты, общение с людьми становятся частью вашей жизни, и для вас естественно включить YouTube и посмотреть что-то на английском, послушать музыку в дороге, либо пообщаться с живыми людьми. Только так вы сможете достичь результатов. Применяйте эту формулу, потому что этот закон действует всегда.